В Запорожской области отмывали деньги для боевиков ДНР и ЛНР. Сотрудники службы безопасности Украины разоблачили нелегальный пункт обмена, который находился в Мелитополе. Мечные купюры, похищенные из банков Луганска и Донецка, обменивали на иностранную валюту и передавали террористам. Банкноты, помеченные специальной краской, обрабатывали химическим веществом, что позволяло смыть пигмент. Затем пускали деньги в оборот. Содействовали преступлению банковские работники. В ходе обыска пункта обмена сотрудники СБУ изъяли более 4 миллионов гривен, 500 тысяч долларов США, 32 тысячи евро и более 5 миллионов российских рублей. Данные деньги отмывались путем смыва данного красящего средства с этих купюр и впоследствии переправлялись на территории оккупированных областей. За данным фактом ведется уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 258 со значком 3. Это содействие деятельности террористической организации. Санкция данной статьи предусмотрена наказание в виде 15 лет, до 15 лет лишения свободы.